страна уныла оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор овсяного молочка 30 мл. Фраза «овсянка, сэр», как старый английский анекдот, всегда актуален. Даже современная косметология развивает и продвигает отдельную косметическую линию «овсяная косметика» и делает это достаточно успешно. Ничего удивительного, ведь она настоящий минеральный монополист. Ее состав содержит рекордное количество полезных микро- и макроэлементов. А молочко, приготовленное из органической овсянки, это природный смягчитель, увлажнитель и обладает успокаивающим действием. Овсяное молочко представляет собой 100% натуральный продукт с высоким содержанием минералов, витаминного комплекса, фенола, органических кислот и протеинов. Если ваша кожа капризна и подвержена аллергическим реакциям, овсяное молочко послужит прекрасным успокаивающим средством. Молочко прекрасно снимает раздражение, зуд и ощущение жжения, а также будет способствовать более быстрому процессу заживления поврежденных участков кожи. Гипоаллергенные качества овсяного молочка делают возможным его применение даже при изготовлении ухаживающей косметики для детской нежной кожи. Процедуры эпиляции или бритья будут менее травматичными для вашей кожи, а если после нее вы будете ухаживать за кожей специальными кремами и лосьонами на овсяном молочке, тусклые волосы приобретут здоровый блеск и избавят от статического напряжения, если вы будете баловать их увлажняющими овсяными лосьонами. Косметика на основе аллантоина и овса предотвратит сезонное выпадение и прорежение волос. Показания применения таковы: возрастные изменения кожи, сухость кожи волос, ловкость волос или ногтей, воспаленная или жирная кожа. Вот такой бутылочке мы отправляем овсяное молочко нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!